Это то самое место. Интересно, где же летающая страница? Летающая страница должна быть где-то здесь. Ты в порядке? Ты не знаешь, кто я? Зиновия Наук. Девчонка, которую вся школа ненавидит просто так. Сочувствую. Жаль, что студенты не были дружелюбны. Мне не нравятся игры, после которых от игроков воняет. Только если проиграешь, но я не проигрываю. Ну, не особо часто. Люди бывают так жестоки. Их всего лишь обдало вонючей слюной с ног до головы. Сами виноваты, что проиграли. И Мельда такая дурилка. Да и Эвелин со Сторией тоже дуралей. По-моему, твоя затея дурно пахла. Вот они и приняли меры. Но это же не мои правила. Короче, даже не представляю, как мне их вернуть. Я пока не знаю необходимые заклинания. Вот почему нужно, чтобы какой-то самоотверженный и талантливый пятикурсник мне помог. Сделаю все, что смогу. Зиновия, напомни, что нужно сделать? Мне нужно, чтобы кто-то собрал мои камни, спрятанные по всей школе в самых высоких местах.
Для чего эти задания? Чтобы освоить новые заклинания, вы должны получить практический опыт. Удачи! Скоро увидимся! Это то самое место. Интересно, где же летающая страница? Летающая страница должна быть где-то здесь. Надеюсь, предварительные задания не были слишком сложными. Ривелио! Профессор, задачи, которые вы мне дали, готовы? Прекрасно! Вы отлично справляетесь с базовыми чарами. Давайте обратимся к старым добрым восстанавливающим чарам. Не забывайте, движения должны быть уверенными, а дикция четкой. Вложите в заклинание свою решимость. Ну же, приготовьтесь. Да, сэр. Помните, волшебная палочка – проводник вашей магической силы. Если хотите поупражняться, попробуйте восстановить вон ту разбитую статую в нишу воды. Считается, что она изображает расставание. Возможно, некий отвергнутый возлюбленный не вынес ее выразительности.
Надеюсь, тебе пришлось не очень долго ждать. Вовсе нет. Профессор Уизли сказала, что тебе нужно побывать в Хоксмиде. Тебе должны быть нужны собственные вещи. И деревню ты хочешь посмотреть? Да, мне не терпится. Хорошо. Тогда в путь. Я покажу тебе все самое лучшее, что есть в Хоксмиде. Здорово, что профессор Уизли попросила меня составить тебе компанию. Правда? Конечно. Я сама собиралась пригласить тебя выпить сливочного пива в деревне. Думала, что тебе понравится. Так что профессор Уизли как раз вовремя прислала мне записку. Свежим воздухом после долгих копаний в древних рунах. Не советую выбирать этот предмет. Ужасная ошибка. Я верю. Хотя вряд ли можно назвать это выбором, когда этот самый выбор делает за тебя мать. В Хоксмиде чудесно в это время года. Все советуют побывать там в Рождество. Но это как раз тот редкий случай, когда я лучше побуду дома. Не любишь холодную погоду? К холодной погоде я уже привыкла. Хотя это и заняло некоторое время. И там, где я выросла, снега не бывает. О, погоди-ка, сюда! Я часто нахожу златоглазок в здешних местах. Правда? А что в них такого особенного? Выглядят они необычно. Но если дать настояться, потом можно будет творить из них разные идеи.
секретный лес. Но ученикам туда нельзя. Неспроста же он так называется. А почему туда нельзя? Преподаватели говорят, там слишком опасно. Но я считаю, что название запретное только делает его заманчивее. Вот и Хоксмит, за теми холмами. Осталось только пройти мимо этих руин. Всю жизнь бы путешествовала, если бы могла. Меня удивили слова профессора Уизли о том, что ты хорошо знаешь местность. Ведь ты здесь новенькая. Она так сказала? Значит, она знает меня лучше, чем я думала. Я тебе так скажу. В школе, конечно, можно многому научиться, но никак не меньше мы узнаем за ее стенами. Помню, первые несколько недель после приезда мне было так непривычно. Все вокруг было новым и совершенно незнакомым. Привыкаю потихоньку. А ты обжилась тут наконец? Я все еще скучаю по родине, но здесь тоже очень красиво. Я иногда выбираюсь из Хогвартса, чтобы немного осмотреться и приспособиться. Хогвартс стал для меня будто новым домом и, надеюсь, станет таковым и для тебя. Он работает смотрителем в Хогвартсе. Выглядит как-то потрёпанным. Здравствуйте. Уже познакомились с новичком? Очень приятно. Лучше вам повернуть назад, мисс Оней. Развернуться и... бежать. Сэр, у вас всё в порядке? Она смотрела на меня, а глазища как бьются. Что смотрела, мистер Мун? Дэри, маска. Мерзкое, волосатое и жуткое существо. Я буду в замке, там безопасно. Удачи вам! А? Бедный мистер Мун. Статуэтки да не масок? Я думаю, он порядочно перебрал в деревне. Надо признать, я никогда не видела его в таком состоянии. Почти пришли. Кроме Хоксмеда за стенами замка есть на что посмотреть. С удовольствием проведу тебе экскурсию. Ходят слухи, что тут есть гоблины и все такое, так что я с радостью возьму на прогулку друга. Буду иметь это в виду, Надя. Спасибо. Ну, вот мы и пришли. Правда, глаза разбегаются. В трех метлах можно выпить сливочного пива, а в сладком королевстве ты найдешь любые сладости, какие душе угодно. Никак не могу определиться, какой твой любимый. Каждый раз выбираю разный. С уверенностью могу сказать, что в Хогсмиде ты найдешь все, что тебе нужно.